Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в Пензе и пришел на блошиный рынок в Терновке. Он огромный, вот туда вот далеко-далеко идет. В общем, давайте походим, посмотрим, что здесь продают и почем. Погнали. Блошиный рынок тут реально большой. Он занимает место возле парковки океанариума и туда уходит дальше. Это Терновка, он даже на картах обозначен, что прикольно. Поэтому найти его достаточно легко. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Естественно, как и на любом волшебном рынке, куча инструментов всяких. Так, это лучше, чем музей, друзья. Тут все можно трогать, смотреть, и все имеет цену. Вот это да. Как будто заброшенный дом в лес, знаете. И комод открыл. Все на свете. Музыкальные это от дудки. Солдатики. А можно меня здесь бросить на весь день? Я тут буду просто ковыряться. Саня, у тебя черный пакет есть свободный? Старинные. Дай, пожалуйста. Класс. Вот интересные вещицы. Утюги. А сколько утюг стоит? 700 рублей. 600. Недорого. Да я так посмотрю, прицениваюсь. Кстати, рынок на картах обозначен как мода из комода. Будете искать, так загугливайте. Вот. Удочки. Прикольно. Там много советского. Пойдемте глянем. Куклы. О, платье. Кому нужно платье принцессы? Юла. Прям вообще из детства. Почти работает. Куклы, бинокли. Смотрите, две гитары продают за 800 рублей. Может взять. Я недавно такие за 1500 покупал. И еще один огромный прилавок. Тут у кого-то столики есть, но в основном люди, видите, вот на земле расположились. По масштабам, не знаю, наверное, можно с воронежским блошиным рынком сравнить. Перчатки старинные, боксерские. Все на свете. Но тут уже какой-то автозапчасти. Ага, ножики. Вот такие кухонные. Интересно. О, целый стенд. Открывал. По 100 рублей. Вот эти ножики хорошие. А сколько ножики вот такие стоят? По 100 рублей? Ничего себе. Это очень дешево. Слушай, друзья, ну рынок огромный, реально. Я, может быть, 10-ю часть пока только прошел. Уже одурел. И цены, самое главное, по 100 рублей вообще. Просто, ну, на обычный, на блошиный рынок приходишь, нож не меньше 500 стоит. Здесь сотка. Ух, идеальное место. Смотрите, какой красивый. Топор 3500 стоит. Противогазы. Все на свете. Велики. Пенза, помимо всего прочего, это родина велосипедов. ПВЗ, ЗИФ, СУРА. И не показать вам великов — это преступление. Вот, велосипеды ЗИФ, СУРА, ПВЗ, СУРА. СУРА еще был, кстати, единственный из советских велосипедов, ну, кроме ХВЗ, Харьковский велосипедный завод, который был многоскоростной. Вот как раз он. Сундук стоит. Пойдемте посмотрим многоскоростной. Вот многоскоростная СУРА. Сейчас найти, кстати говоря, можно, конечно, но все сложнее и сложнее. Прям хороший велик. 3500. Тут прям все на свете, на самом деле. Смотрите, есть приклад от ружья. Наверное, от какого-то спортивного. Институт бляха. Тоже по 100 рублей, кстати говоря, все. Здесь из интересного. Будильники советские. Вот это какой-то прям необычный хронометр. Что это такое? Кто знает откуда? Может, с какой машины? Ну, это уже более-менее современные, это 90-е игрушки. Это неинтересно. Ковры. Много ковров.
и много книжек. Здесь, смотрите, сколько пластиночек. Алиса. Дэвид Боуи, ничего себе. Бурмистров, кто это такой? Аквариум. Вот это прям крутая коллекция. Тоже по 100 рублей. Ну, смотрите, советский силомер. Сейчас проверим, работает или нет. Не знаю, может, я не такой сильный, как силомер. Друган, он детский. В смысле детский? До 10 килограмм. Ничего себе. А он работает? Поэтому все думают, что... Что он сломанный. Да, что он сломанный. А сколько стоит? 1000 рублей. 1000 рублей. Прям много интересных вещей, смотрите. Точилочка советская. Тут, смотрите, кто-то прям бабушкин сервант выволок сюда. Вся на свете посуда. Вот так вот красивая посуда серванта свою жизнь заканчивает на блошиных рынках. Стояли много лет. И потом сюда отправились. Что такое? Комплект инвентаря для игры в настольный теннис. Ого. Ну-ка, что там? Там есть что-нибудь? Да. Класс. Так, кому интересны книги, друзья? Их тут тоже очень много. Я подходить не буду, тут все завалено какими-то игрушками и волосами. Вот. Из того, что мне привлекло внимание, вот такой вот телевизорик за 1500. Во. Я в тот раз такой в Калуге купил за 500 рублей. Тут за 100. Что такое вообще? Что за город? Еще один наборчик. Короче, друзья, это очень крутой блошиный рынок. Я прям не ожидал, честно. Тут глаза разбегаются, и он огромный. Я не уверен, что дойду до конца вообще.